Zoro695, my channel and subscribe. У меня есть много новостей еще, но видео мысли вслух и хочу много сказать новостей. Вы знаете, уже приближается Новый год, уже кончает 2019 год, и говорят, что про конец света. А зачем этот конец света? Кому он нужен? Если кому-то хочется конец света, возьмите и не знаю, что сделать. Точнее, мне этот конец света не нужен. И будет 2013 год, и появляется много разного лего. У канала Brick Show я поставил много лего на 2013 год в Winter Set. Там был и Fire Set. И это, я как понял, с игры Lego City. Потому что там был музей, как в смешариках музей. Так и тут. Наверное, это с Лего-игры. Если с Лего-игры Сити, я не знаю. Потому что я там посмотрел, по ценам, думаю, что как бы половина наборов я там точно буду покупать. Дальше Ниндзяго. Новый будет связан. Ферти, там будет зеленый ниндзя. В этом году золотой ниндзя. Дальше Фрэнс будут. Какие-то, я не знаю, это в другом канале смотрел. Ну, Friends, дальше Hero Factory будет, естественно, без них никак нельзя обойтись. И Star Wars, естественно, будет планета, серия 3 и 4. И City еще должно что-то быть. Я уже так посмотрел, и как бы буду скоро покупать Эдвин Каледер, Турфиаза для 2014 года City Fire. И буду покупать календарь Star Wars. Вот. Два календаря. Вы это все будете видеть, как я там что собираю, открываю. Там будет, как бы вот, наступил 2 декабря, к примеру, или 5. И открываю. И City, и Star Wars, и шоколадный календарь. Вы знаете, это у меня такая традиция. Покупать всегда шоколадный календарь. Как бы утром встаешь. Ага, сегодня 5 декабря, открываешь, и все. Вот, вы это все увидите. И, как бы, у меня будет такое видео на Новый год с Лего, я вам говорил. Когда снимал мини-фигурсы всю 8 серию, у меня будет тема вся новогодняя с Лего. Я забыл, что сказать. Новогодним праздником будет в этом видео и Санта с минифигурсов, и Сити полицейская. Может, что-нибудь еще свое добавлю. Будет еще видео с Майнкрафта. Новый год мне нужно делать там елку, там все это делать. О, мой год, это там одурить сколько надо. Да, я вам не говорил. У меня уже появился Майнкрафт. Вы еще не знаете, что пока там что строил, но скоро я сниму, вы там все увидите, обрадуйтесь. И вы, мои подписчики и поклонники, пожалуйста, напишите вот в этом видео какие-нибудь вопросы или там комментарии, потому что я хочу отвечать, я люблю отвечать на вопросы, люблю общаться с людьми. И, пожалуйста, если вам не очень трудно, напишите в комментариях там какие-нибудь вопросы, я отвечу. Ну, естественно, не... Такие вопросы, как бы там, и не нас спрашивают, как бы, к примеру, семейные вопросы, это не надо, на такое отвечать, естественно, не буду, никто на такое не отвечает. Вот, и если вам не трудно, можете написать, я вас не заставляю, но очень бы хотелось бы, если вы меня спросили, но только буду отвечать на нормальный вопрос, но тупые, и отвечать, и читать даже не буду. Вот, это вот такое видео. Что еще вам рассказать такого за вот этот промежуток? Вот этот промежуток. Вы видели, да, я снимал трансформер пенал, он 3 литра, стоил 3,20, а так 4,20, там 30% скидка, я не помню сколько, но 30% скидка, и он стоил вроде 3,22, где-то так. Мини-фирсы, наконец, последнего получилось, все снял. Вот, я вот хотел купить еще один набор Kingdoms. Там был еще волшебник с шапочкой.
Но я в следующий раз пришел, и там бац нету. И да. Так что я бомжую, все. Вот. И у меня один друг спрашивал, почему я купил вот этот набор? Точнее, мне почему подарили этот набор на день рождения? Я его по каталогу попросил из-за того, что здесь собачка красивая, человечек. Не из-за того, что собирать, понимаю, да, дупло для маленьких. Чем меньше запчастей, тем быстрее ты человек увидит набор. Но мне понравился здесь человечек, просто мне нравятся большие человечки. Маленькие это маленькие, а большие это большие. Собачка понравилась. Ну и тут цветочек и трава. Здесь ничего, конечно, особого нету, но недорогой набор стоил, недорого стоил, и мне купили. Вот. Как бы здесь ничего такого плохого нету, что я купил. И тот же человек меня спрашивал, что это за плеймобили вот эти. Это вот человечек, который можно самим собрать. Ну, здесь даются любой человечек, в Норфе надо покупать. Там любой выбираешь, там даже есть календари, это вообще круто. Плеймобили это как Лего, только совсем по-другому это все относится. Но там в плеймобили есть и полицейские, и пожарные, и медицинские, там все, и животные, и зоопарк, и динозавры, и календари, это все круто. И еще есть такой, ну это не Лего, просто конструктор, называется Бау-Бау, как-то так. Ну на Б начинается и... Там такие наборы же, как есть и Star Wars. Ой, не Star Wars. Ну, как бы всякие корабли, джипы, сити, всякое вот такое. Календари нет, естественно. Вот. Но не покупал, потому что мне нравится Лего. Лего круче, как бы, как и в настоящей жизни. Вот майнинг, вот эти наборы просто офигенные. Просто я вам рекомендую шахтерство покупать. Шахтеры вот эти, это одуреть. Рекомендую покупать минифигурсы. Вот почему-то я смотрю в магазин, когда я искал минифигурсы, что-то никто их не щупал, не разыскивал. А там кому-нибудь там каждый 20-й человек только покупает. Там что так не любит минифигурс? В Америке там все разбирают, а та-та-та-та-та-та. И вот все. И скоро будут у меня видео. Надо будет еще придумать, я не думаю, какого фига это. Я буду делать видео к Хэллоуину, и надо тоже думать, что, чего там делать. И вы увидите это 31 или 30 октября, я не знаю вообще ничего. И вот, и на этом все. С вами был Зорус Икс-Накс-Пай. Что я сделал, боже мой. Мяч, ты просто идиот, я просто вот этот мяч туда выигрыш нахуй. С вами был Зору 685. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Вот тут, где название моего канала, и подписаться, это не очень трудно. Нажать один раз на кнопку. И на этом все. Пока. Ё-моё, как мне вот это бесит, когда что-то у меня не то.